Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Сейчас сделаю светло и буду вещать. Так. Сегодня я вам хочу показать коллекцию моих украшений из жемчуга. Начнем, пожалуй, вот с этого комплекта. Вот такое колье из круглого пресноводного жемчуга. И по центру бусина окаменелой ракушки, аммонит. Посмотрите, какая она красивая. Отливает всякими цветами. Сейчас я направлю так свет. Тут и красный, тут и зеленый. Вот она прям очень красивая, вся переливается. Трудно передать. Но при дневном свете она, конечно, выглядит шикарно. И такая же ракушечка вот на браслете, тоже вся блестящая. Вот она как отливает, свету маловато. И круглый жемчуг пресноводный. И вот такая вот подвесочка, бусина, жемчужинка рис. Как-то жемчуг отливает каким-то светом желтоватым, а вообще белоснежный жемчуг, просто белоснежный. И вот такие браслетики. Вот этот вот браслет из очень крупного жемчуга овального. Смотрите, какая застежечка, карабин красивая. И по центру вот эта бусина, вы уже видели, мне очень нравятся эти ажурные бусины. Я прямо восторг испытываю от них. Такие они красивые, богатые. Так, следующий браслетик тоже из круглого жемчуга. Но тут по центру я поставила вот такую вот ромашечку или колесо, как хотите. Вот такую вот, вот такой плоский цветочек. И бусинки тут через три бусины жемчуга я поставила бусину-разделитель. И вот такой замочек карабина. Большой, красивый, с сердцем. Так, здесь бусины, разделители вот такие граненые, крупнющие опять же бусины, жемчужные. Ну, вот такой он незатейливо собран, простенько, но тут вся красота именно в жемчуге, очень крупный жемчуг. Так, и следующий набор браслетиков. Он из речного жемчуга. Вот такого жемчуга в форме риса. Посмотрите, какой сложный браслетик. Тройной тут тросик в бусинах. Но он такой нежный. Именно из-за того, что бусинки очень мелкие, такие продолговатые. И вот они вот так вот собраны ажурно. Так, и еще один браслетик из речного жемчуга, вот такого же мелкого. Такими секциями я его собрала, кучками рис собрала. И между ними большие бусинки речного жемчуга. И третий браслетик, тоже вот такие же рисинки, но немножко по-другому собран, а по центру вот такие вот плоские бусинки, ракушки. И вот такой вот нежный ремешок. Ну, в общем, смотрите, вот такая вот коллекция жемчужная. На мой взгляд, очень красиво. А теперь пока-пока. Надеюсь, вам было интересно. До встречи в следующем видео.